Месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка в областном центре стартовал, и от слов сразу перешли к делу. В микрорайоне Речица, а если быть точнее, в районе улицы Заречной, работники коммунальной службы высадили целый ряд молодых туй. Эти вечно зеленые деревья украсят благоустроенную площадку рядом с предприятием с самым вкусным запахом – запахом свежего хлеба берестейским пекарем. В рамках этого месячника у нас запланированы очень большие мероприятия по посадке деревьев. В текущем году мы выйдем на цифру более 24 тысяч посадки деревьев. Да, надо добавить и отметить то, что мы ежегодно прирастаем в этих мероприятиях. У нас в городе уделяется очень большое внимание озеленению городских территорий, наведению порядка в скверах, в лесопарковых зонах. Как я сказал, на общегородском субботнике мы уделим внимание нашей новой локации, где мы наводим порядки, это в районе нашего медицинского городка, лесопарковая зона. Мы в весенний период там проводили очень активные работы и также планируем в осенний период очень большие мероприятия на данной территории. Город над Бугом ежегодно хорошеет и зеленеет. Из года в год количество высаженных деревьев и кустарников увеличивается, и цифры статистики это подтверждают. Степень озеленения в городе над Бугом составляет более 45%, что является одной из самых высоких показателей среди областных центров нашей страны. Но не только этим мы можем гордиться. Масштабные работы активно проводятся и по созданию благоустройства на дворовых территориях. Внимание уделяем дворам, которые у нас после капитального ремонта жилищного фонда, чтобы совместить вот это создание среды внутри дома и наружной, то есть чтобы у нас формировался эстетический вид вот этой дворовой территории. Мы стараемся расширить парковочные связи, восстановить где-то, где если нету освещения. Ну и понятно, уделяем внимание в том числе и благоустройству, озеленению, подрезке зеленых насаждений, делаем то, как должно выглядеть, наверное, в современном мире. Сейчас мы завершаем работы на улице Интернациональной, это 61 дома, 59, 63, набережная Франциска Скорины 8/1. Также строительная 27, эти дворы, я думаю, можно будет оценить, да, то есть они находятся в стадии завершения, там где тоже подготовлено под асфальтирование, где-то мы доготавливаем эти моменты, уделяем внимание и общежитиям, дворовым территориям, которые тоже... где-то неудовлетворительное состояние дорожного полотна, где-то зеленые насаждения, которые стихийно произрастают. Поэтому вот этим всем моментам мы и в текущем, и в следующем, я думаю, будем уделять особое внимание. А вот на улице Краснознаменная 5 работы по благоустройству в самом разгаре. В ближайшем будущем усилием работников коммунальной службы здесь будет сделана новая парковка и удобная пешеходная зона. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.